Поехали. Сюда. Я за тобой. Ты не скучаешь по нему? По Джесси? Нет. Вы долго были вместе. Джесси прикольный. Родители у него клевые. Вот у них крепкая семья. А мы жили на автопилоте. Слушай, а почему мы никогда об этом не говорили? Не знаю. Мне казалось... Просто мы никогда не обсуждали Кэт. Ну так и обсуждать-то особо нечего. Да ну. Просто мне казалось, она тебе не нравится. Да мне-то на нее вообще пофиг. Ну-ну. Ну, талант у нее есть. Я эту твою татуху оценила. Ты такая добрая. Но вы с ней были не пара. Интересно. Заткнись. Ладно. Хочешь увидеть кое-что поразительное? Ты сейчас на свою рожу покажешь? Ты уж поверь, самое поразительное. Сил моих нет. Пойдем, дурында. Нам сюда. Как тебе вид отсюда? Красиво. У этого маршрута свои плюсы. Где тут надо отметиться? Пошли. Черт. С кем ходила по этому маршруту? С Джесси? С Юджином. О, Юджин. Веселый был мужик. О, да. А еще он научил меня менять проводку в аппаратуре. Всем бы нам быть такими в 73. Всем бы даже и до этого возраста. Отметишься? Что здесь было? Это бывшая радиовышка. А это, я так понимаю, бульбик Юджина? Ха, это мой. Он мне его отдал. У тебя, кстати, с собой нет? А, увы. У Юджина всегда был запас. Готово. Иди сюда. Город, последний пункт маршрута. Посмотри. А вот и город. Это вот где вышка? Да. Там следующий опорный пункт. Я вижу бурю. Можно будет покататься на санках. Угу. О, вон там лыжная база, которая на маршруте Томми и Джоэла. Она самая. Это супермаркет? Да, мы пройдем мимо него по дороге в город. Пойдем за лошадьми. Вопрос. На тебе та же одежда, что и вчера? Она чистая. Я не осуждаю. Слушай, это же вылазка. Мы убиваем зараженных, а не красуемся. Не так хорошо. Ну, спасибо. Япония. Ну, поехали. Хорошо бы умереть, как Юджин. От инсульта? Нет, от старости, прожив долгую жизнь. Ты-то? Куда тебе? Ты же безбашенная. Кто бы говорил? Ты, скорее всего, загнешься от переохлаждения, гуляя по снегу в кедах. Сейчас-то на мне ботинки. А знаешь, как ты умрешь? Да я угадаю. Ты меня убьешь? Обломала тебе шутку? Нет. Может быть. Иди в жопу. Ну, прости. Может, осмотрим эти дома? Вроде тихо, но можно, если хочешь. Что-нибудь да найдем. Что ты знаешь про это место? Еще один эвакуированный квартал. Зараженные почти никогда сюда не доходят. Мы обычно ловим их на внешнем периметре. А эти трейлеры клевые. Такой передвижной домик. Думаешь, люди правда на таких много путешествовали? А ты бы не стала? Если бы жила до эпидемии, то да, я бы всю страну объездила. Или скаталась бы за границу. Может, когда-нибудь. Да, мечтать не вредно. Джесси все собирался поехать в Канаду. Там типа гигантские водопады. Хотел на них посмотреть. Серьезно? Он же влюблен в Джексон. У всех свои мечты. Какие планы на вечер? Хотела позвать Джоэла посмотреть фильмец. Оу. Вы что, помирились? Ага. Какой фильм будете смотреть? Джоэл что любит? «Кёртис и Змей 2». Этот я давно уже собиралась глянуть. Да. О, такой у меня нет. Ты же вроде собираешь такие карточки? А, да. Мы раньше смотрели эти дурные боевики 80-х. Он от них тащится. Да ты что? Да и мне они нравятся. Ну а ты? Ты что будешь делать? Ребята собирались устроить вылазку. Покататься на санках. Прикольно. Ага. Хочешь, потом встретимся? Ну, давай. Может, сыграю тебе на гитаре. Ладно. «Кёртис и Змей 2» — это про что? Это про двух бывших десантников, которые мочат злодеев. В этой части они, по-моему, борются с русскими шпионами. Типа того. А это интереснее, чем я думала. В общем, этого молодого змея обучали ниндзя. И он нереально крут. А сколько ему было в первой части? 10. Супер, сколько всего фильмов отсняли? 4, что ли. Последний Джоэл смотрел еще в кино. С ума сойти. Точно. Как думаешь, кто-нибудь еще снимает кино? А как же? Откуда ты знаешь? Ведь, может быть, все теперь как мы. Просто борются за жизнь. Ну, я же пишу музыку. А у кого-то есть камера. Стоп, стоп, стоп. У тебя есть свои песни? А почему ты мне их не играла? Я не знаю. Давай, сыграешь сегодня что-нибудь свое? Посмотрим. Спокойно, милая. Охренеть. Это еще что? Зараженные постарались. Сколько нужно зараженных, чтобы завалить лося? Больше одного. Ну и где они теперь? Давай поищем. Здесь тоже кровь. их слышу. Как же они туда попали? А главное, как нам туда попасть. Дина, сюда. Бегу. Готов. Один есть. Надо попробовать пробраться в подсобное помещение. Это мысль. Все путем? Ага. Красиво ты его, кстати. Спасибо. Тот вход был забаррикадирован. Как этот бегун сюда пролез? Да, хороший вопрос. У тебя какой репорт по зараженным за одну вылазку? Наверное, больше всего было год назад с Джоэлом. Я тогда с 10 выложила. У тебя? 1 раз около 20. Тут недавно прошла группа. Хрена себе. Может, сегодня побьешь свой рекорд. Дина, сюда. Тут бегуны. Только не шуми. Посмотрим, как пойдет. Черт, берегись! Иди сюда! Да, похоже на то. Мы еще остались те в супермаркете. Обойдем здание. Где-то же должен быть вход. Помоги залезть. Хочу осмотреться. Иду. Ну, залезай. Я вижу дыру в крыше. Хватайся. Спасибо. Смотри, видишь? Ага, давай подумаем, как туда пролезть. Дина, давай здесь. Элли, ты цела? Да. Только ушиблась. Надеюсь, ты умрешь от старости, а не от заражения. Не хочу стрелять в твою милую рожицу. По рукам. Класс. Я нашла детали. Круто. Иди сюда. Я внутри. И я. Поищем там припасы. Смотри, нашла спиртное. А я тряпки. На, замотай раны. Споры. Маски. Согласна. Только помни, я не хочу стрелять в твою милую мордашку. О, какая забота. Только спор, значит, они давно здесь. Не нарваться бы на старых зараженных. Ага. Это часть супермаркета? Не знаю. Он вроде под нами. Нам надо на первый этаж. Ух ты ж, получилось. От этих слепых гадов мороз по коже. Надо убедиться, что больше в здании никого нет. А потом сразу сваливаем. Я только за. Согни колени. У меня для тебя подарок. Подарки я люблю. Элли. Держи. Спасибо. Осторожнее. Я профи. Еще не все. Остался кто? Не. Знаешь что? А мы крутые. Да. Ребята не поверят, сколько мы уложили. Так. Мы до опорного пункта и переезжаем. Мы заслужили отдых. Согласна. Ты видишь выход? Не поддается. Ладно, вот что мы сделаем. Ты просто перебросишь меня через ту дыру в крыше. Ладно. Вот кабель. Достала. Ага. Думаю, выдержит. А то. Ладно, сойдет. И я пошла. Слава богу. Давай! Сюда! А что там? Доверься мне! Заходи! Бывала тут? Проездом. Внутрь не заходила. Ладно, давай тут все осмотрим. Дверь заперта намертво. Там что-то виднеется. Кажется, это кровать. Думаешь, здесь кто-то живет? Не видишь другого входа? По-моему, тут давно никто не бывал. Блин. Надо глянуть, что... Что тут такое? Столько электроники. Это Юджин притащил. Ты уверена? Да, больше никто не стал бы с этим возиться. Но зачем он от меня это прятал? Это точно его убежище. Он из цикад? Он служил с Томми. Я и не знала. Да уж. Они много всякой хрени повидали. Ты о чем? Он сказал, что взорвал блокпост в Денверской зоне. Убил 3 солдат. И 2 жителей. Господи. А еще он говорил, что они с Томми пытали какого-то генерала. Ну, не знаю, чтобы Томми пошел на такое. Он и не такое мог. В смысле? Они с Джоэлом на все шли, лишь бы выжить. Боже мой, это Томми и Юджин. Выглядят тут как младенцы. Свет, обогреватели. Где-то у него тут должен быть генератор. Эй, я нашла генератор. Ого, крутой у тебя верстак, Юджин. Тут можно модифицировать оружие. Так. Элли, посмотри на пол. Там еще что-то есть. Ты видишь, как спуститься? Здесь никак. Помоги. Что у него там такое? Ясно же, секс-берлога. Поэтому он тебе и не рассказывал. Надеюсь, что секс-берлога, а не что-то еще. Он страдал от одиночества. Боже мой, это ж травка. Куча засохшей травки. Это многое объясняет. Смотри, у него тут кассеты. Song of the wolf. Smash brandy скуч. Это порнух. Интересный выбор, Юджин. Видела бы Мария, она бы взбесилась. Как он все это организовал? Это ж сколько времени нужно. Что же он мне не сказал? Я бы ему помогла. Дина, это маска, чтобы травку курить. Какой же он был умный. О, неплохо. Она не сгнила? А травка может? Проверим. Не можешь открыть? Все, я могу. Срань. Дай-ка сюда. Ну-ну, будто у тебя выйдет. Ну да, тут. Ага. В жопу. Ты совсем долбанутая? Ну, открыла же, да. Нормально. Ладно. Мы ведь все равно тут надолго. Безусловно. Можно тебя спросить? Ну, давай, рискни. По 10-бальной шкале. Где 1 — полное отстоище, а 10 — это верх блаженства. Как бы ты оценила тот наш поцелуй? Зачем поднимать эту тему? Ты сказала, это ошибка. Я так сказала? Что ты делаешь? Я прошу тебя дать оценку. Не знаю. По-моему, 6. 6? Да. 6 без минуса. Ну да. Вокруг было много народу. Да, но 6. О, а что? Теперь мне правда интересна твоя оценка. Лучше не знать. Как же ты бесишь. Кто бы говорил? Уж лучше мерзнуть снаружи, чем сидеть тут с тобой. Тебя никто не держит.